Здравствуйте, дорогие посетители сайта Telegraph.in.ua. Мы рады вас приветствовать сегодня. У нас второй розыгрыш билетов на детские утренники в городской дворец культуры. Первый розыгрыш у нас проходил 20 декабря. 15 счастливчиков получили свои 30 билетов. Сегодня, вот смотрите, какое количество участников. Это рекордное количество. 285 правильных анкет было заполнено. Всех, и мы их все поместим вот в эту вазочку нашу, специальную для розыгрыша. Вот так, все. Так, перемешаем их хорошенько. И вот, внимание, первый победитель у нас. Панкова Галина Владимировна. Так, следующий победитель. Следующий победитель у нас Саулевич Вера Николаевна. Так, еще выбираем победителя. 15 человек у нас должно быть. Диденко Марина Владимировна. Третий победитель. Все получат по 2 билета на детский утренник, который проходит в городском дворце культуры. До 7 января проходят утренники. Так, следующий победитель — Савченко Александр Владимирович, пожалуйста. Пустая у нас какая-то получилась. Так, Карпенко Елена Васильевна. Это пятый победитель. Следующий. Лазоренко Сергей Николаевич. Это 6 победителей у нас. Так, следующий. Шелепенко В.Ю. К сожалению, имени нет. Шелепенко В.Ю. Светличный Игорь Владимирович. Волошинова Ирина Михайловна. Так, следующий победитель — Ткаченко Александр Викторович. Так, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 5 счастливчиков у нас осталось. Так, это у нас Прошкина Татьяна Николаевна. Сколько тут у нас листочки попадается. Так, Ходаковская Людмила Александровна. Еще 3 победителя, которые получат по 2 билетика. Мартынова Анна Павловна. Так. Макиенко Галина Андреевна. Еще у нас последний победитель. Последний. Тщательно выбираем. Так, это Петрушевский Эдуард Васильевич. Так, вот они, наши 15
победителей сегодняшнего второго розыгрыша. Следующий розыгрыш у нас будет 2 января, поэтому все, кому не повезло сегодня, заполняйте анкетки, которые уже будут сегодня вечером выставлены на сайте, и вы сможете еще поучаствовать в розыгрыше. Всего хорошего, с наступающими праздниками! До свидания!